Дело на 500 миллионов. Пяти членам кредитного комитета банка «Михайловский» прокуратура Киева объявила подозрение в незаконной выдаче кредитов. Об этом сообщил в интервью «Укринформу» руководитель столичной прокуратуры. Роман Говда уверяет, что судебно-экономическая экспертиза подтвердила ущерб в 500 000 000 гривен. Разрешение на задержание подозреваемых уже получено, но некоторых пришлось объявить в розыск, поскольку они покинули страну.